Так, гражданка Тимофеева Людмила Николаевна. Люся. Люся. Вы зачем это сделали-то, Люся Николаевна? Ну как это зачем? Это же Мужнино, родное, а эти изверги хотели в печку. Что в печку? Ну это в печку. Вы зачем хотели похоронить лосося и ударили сторожа? Я не лосося хотела. И вообще я не знаю, откуда он появился. Может, подложил кто. Я Мужнину ногу хотела. Отец, ему в больничке отрезали, чтобы по-правильному, по-человечье. Это же Мужнино, родное. Понимаете, нельзя же так. То есть сторожей по-вашему снотворным опаивать, это по-человечье, да? Так Митрич, свинота такая, не разрешил. Говорит, справку неси. Ну а какую справку? Ну кто мне на ногу справку даст? Ну не держать же ее в морозильнике, ждать, пока муж помрет. Прости, Господи, долгих лет ему жизни. Вам в больнице же сказали, что все сделают по процедуре, по правилам. Хороши правила. Ногу в печке сжигать. Сожгу я им, как же? Так, и вообще, скажите, пожалуйста, в чем мое преступление? На лосося кто заявил? Так я заплачу, я ж не специально украла. Ну нельзя же так, вы мне Мужнина верните. Нога где? Ногу мы ищем. Ну так вы получше ищите, а то на третий день... Что на третий день? Так ведь опять же еще надо.